Что это за дебил такой еще у меня подлагивает немного? I believe I can fly. Всем привет! С вами Betterverse и Frozen Flame. Ага, здравствуйте. Угу. И у нас вторая серия наших темных светло-темных похождений. Как они там? Сумеречно-светлых приключений. И прошлую серию мы закончили тем, что я построил свою вот такую просто ферму картошки, а он какую-то оборзевшую свою ферму построил вообще из досок, за счет теплицы не хватает, конечно, но он ее обязательно тоже построит, а у меня такая, ну не знаю, я не профессионал в этом фермерстве вообще. Так. Мы сделали так. Что-то долго не было видео, просто. Нет, я как бы не предлагаю записывать, но знаете ли, Дода сама к себе играть не будет, но это не важно. Ну да, не важно. Теперь, кстати, мы поставили мод, теперь что мы теперь лечимся не от того, что там режем траву, а от того, что мы едим. Вот, давай еще, ударь меня. Ударь, ничего, каска защитит. Вот, блин. Поглотила, блин, броня чертова. Давай. Да, все. Вот, сейчас съем и все, я буду цел невредим. Вот тебе, вкусняшка. Вкусняшка. Это как вот. Кстати, я тебе тростника, может, для фермы. И кстати, есть можно теперь не только когда ты голоден, ты можешь есть всегда, прям без остановки. Так вообще идти домой и есть. Так, а, железо, точно, железо приплавим. Я-то думал, мы сейчас без железа, вообще без ничего, да еще в такой броне немного. Не той, конечно. Да. Давай переплавляйся уже. Блин, это очень долго. Я добуду еще тысячу. Нежданчик. Вообще во тьму уходит ассасин, хрен. Так. Да. И это он от меня убегал, вы уже давно заметили. Ну как звоните? Нам приходится в такой броне ходить, если она вам покажется немного... Спать. А, кстати, да, мы установили мощь, но теперь можно спать вообще днем, но только мы проснемся утром. И можно поставить будильник и проснуться, заснуть там ранним утром, а проснуться ночью. Ладно, бежим живо, так, ну, все, как и обещал. Хоть что-то надо сделать с этими окнами, а то вообще смотрит такой шпион за мной. Блин, а как спать буду? Ладно. Задолбал чат совсем сложно. Проснись, это 7:41. Проснись, это 7:41. А меня почему не разбудили? Школу уже надо. Где школа? Где тут школу видно? Это Майнкрафт. Тут нет никаких прокачек скиллов при помощи школы там. Совсем уже охренел. О, цветочек. Подарю тебе цветочек, а сердце и почек, чтобы жопка болела и долго пердела. Охренеть! А ну казните его! На, блядь! Не охренел? Да ну всё так. Тихо! Что это? Лютая месть. Блин, что у меня зависло? Я ты. И ты я. Я уже ты? Ладно.
Я уже превращусь в нормальную. Я свое мясо. Три. Ну, в общем, мы продолжаем. Была небольшая пауза, ну как небольшая. Целый день пропаузили, как бы, и... Ну что, продолжаем. У меня Майнкрафт завис. Но это не важно. Вот всё, вис. Ну вот, в общем, мод на мясо игрока, на мясо жителей. Можно еще разделывать там по помощи ножа. По кусочку, он там кусочек свиньи отрезал. В общем, у него залагал компьютер, ну, это не важно. Главное, что мы можем продолжить запись. Кстати, вы могли не заметить то, что лаги некоторые прошли там по записи. Я просто на новом компьютере. Диме бы, конечно же, тоже такой компьютер. Ай, блин, я себя убил. Я себя, короче, тут размуровал и... Нормально, что ты меня как бы бил? Тебя? Ну, понимаешь, бью тебя, огребаю я. Опа, вот видишь, я получил урон. Я твое же мясо съел. Блин, ладно, не будем такими каннибалами. Хотя в Майнкрафт еще давно это добавлено. У меня вообще 7 твоего мяса, ну сейчас 6. 7, вот видишь? Мясо зомби, как мы вообще едим тут. Он тоже вообще человеком был. Я не знаю, мы сейчас, может быть, и быстро закончим, просто есть такие небольшие пролагивания еще с интернетом. Да. Ну, в общем, у меня все плохо. Меня да. Что? А у нас есть какой-нибудь мод, который добавляет всякие воздушные данжи? Воздушные данжи? А что там, облака сгенерировались? Ну, там вроде бы, если поднять, то, если вы заметите, то там... На воздушные... Там вроде бы был какой-то мод на облака, но не знаю. Вон они, вот посмотрите, сами просмотритесь. Вот там вот что-то есть. Что там есть? Сейчас я поставлю вообще на нормал плюс. Да, ещё раз... Давай лучше заканчивать, потому что у меня сейчас лагает. Следующая серия сразу обещаем. А следующая серия будет нормальная, да. Я вот, ну, устраню лаги. Я, ну, как обновлю. Ну, блин, у меня тоже залагало. Это, видимо, из-за того, что я снял дальность прорисовки, у меня ничего не прогрузилось. О, все, 20, все нормально. Я так проверю его на вирус, все вот это сделаю, и тогда в следующей серии, я вам обещаю, будем нормально записывать длинную серию. Да, эта серия получилась немного плоховатой, потому что там слово, но это не важно. Плоховатой, ну, из-за того, что лайк, мне... Пришлось отойти на целый день. Нам ничего страшного, следующая серия будет, честно слово говорим, хорошей, может быть, веселой. Да, ну уж простите, но то, что вы видели перед этим, вот я там с монтажом, вот, в общем, сделаю. Ну вы уже это видели, но мне это надо будет еще как бы сделать там всю матрицу, как я давайте, с тобой шел. Всем удачки! Кровавая луна! Смотри, в чат пошли. Потом в следующей серии у нас будет кровавая луна. А это очень плохо. Да, очень плохо. Тогда ко мне в дом. Вроде бы этот мод добавляет кровавую луну и теперь ко могут... Ко мне в дом. К тебе? Ладно. Уж к тебе пойду я. Еще у тебя такая троллящая дверь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, заведите друзей, чтобы они тоже подписывались. Ну а с вами был Петер Вёрс. Тише. Ну... И конечно же, Frozen Flame.